Тепло ли вам, девочки и мальчики? Для Деда Мороза еще рановато, а вот для визита мэра конец сентября – самое время. Владимир Шарыпов утром в среду посетил детский сад номер 15, чтобы проверить температурный режим в помещениях дошкольного учреждения. Этот сад посещают 315 детей, 40 малышей ясельного возраста. В группах не холодно, но температура не совсем комфортная. Ребята в теплых кофтах. Ну, родители есть такие у нас спокойные обращения родителей. Конечно, уже ждем мы тепла, потому что на группах у нас довольно-таки стало прохладно. Вот, значительная температура меньше нормы. Ну, 16-18 градусов. Конечно, в спальнях уже прохладно стало спать детям. Поэтому мы, конечно, волнуемся, да, за то, чтобы детям было комфортно. Мэр заглянул в группы, спальни, музыкальный зал. Этот термометр показывает 19 градусов. Там, где у ребят тихий час, ощутимо прохладней. Мы пришли к выводу, что отопление надо срочно включать, потому что и дети у нас уже достаточно тепло одеты. А термометр в группе показывает 18 градусов при норме 22. И, конечно, мы начнем уже срочно сегодня это отопление включать. Отопление в детских садах города появится в течение 2 дней. Затем батареи прогреются в школах и больницах. И только потом в квартирах горожан. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.